Вручение премии и психолог, и телеведущая Анетта. Хочу добавить, что это потрясающая номинация. Лучшая песня года на иностранном языке – это еще и вклад в дружбу между разными национальностями. И дай бог, чтобы такие смелые, такие талантливые дети имели возможность в этот вклад свой вносить. И я объявляю победителей – это лучшая песня года на иностранном языке Камила Исмаилова. Премьера на Муз-ТВ. Лучшие детские голоса, искренние эмоции, выступления со звездами первой величины –